Сообщение о якобы находящемся в магазине взрывном устройстве поступило в дежурную часть отдела полиции Адлерского района в марте. На место выехала следственно-оперативная группа, группа немедленного реагирования, сотрудники кинологической службы и специалисты взрывотехники. Полицейские организовали оцепление, эвакуировали людей, проверили помещение, но взрывчатых веществ не обнаружили. Оперативные сотрудники установили личность гражданина, звонившего на телефон экстренной службы. При задержании молодой человек пояснил, что таким образом отомстил работникам магазина за низкое, по его мнению, качество обслуживания. Сейчас по факту возбуждено уголовное дело. Телефонному террористу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.